Всем привет, с вами Герман, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blitzbrigade. Это игра от разработчиков от Gameloft. Она не такая уж и популярная, она бесплатная, но, к сожалению, не популярная. Очень интересная на самом деле, я думаю, что вам понравится, и вы обязательно ее скачаете. Значит, что это за игра? Ну, это самая обычная, значит, война. Сражение, то есть нужно стрелять, убивать там, сражаться там, захватывать флаги и все такое. Так, случайно вообще команда, мне все равно, давайте выберем пулеметчика. Я совсем чуть-чуть поиграл, вообще практически ничего тут не знаю. Так, сейчас мы играем, я так понял, за красных, да? Или за кого? Красный мой, да? Красный, наверное, не мой, да? Враг убит, отлично. Как у нас так вышло хорошо, давайте перезарядимся. Вот, значит, тут есть разные транспортные средства, то есть тут есть, все, что мне встречалось, это танк, джип и вертолет. Это очень радует, я даже покатался на танке, на джипе, очень на самом деле прикольно. Где враг, где враги, что, куда бежать, ничего не понимаю, пока что, я думаю, что разберусь и все будет нормально. Куда бежать? Где враги? Никого не вижу. Так. Ага, вижу. Прицелиться нельзя, да? Ну ничего, мы его отсюда убьем. Убирай. Смотрите, еще одного убили. Так, смотрите, еще один пришел. Где он? Не могу его убить. Почему? Ай, меня сбоку стреляет. Так нечестно. Понимаете, их было двое, я бы убил этого. На самом деле, да. У меня очень тяжелое оружие. Но ничего. Хоть так вот. Ладно. Возрождаемся и делаем... Значит... То, что делали в прошлый раз. Бежим опять туда. Я вижу какой-то ящичек. Я не знаю, что это такое, зачем он нужен. Но я так понял, что его нужно подобрать. Так, подобрано оружие. Ай. У меня, значит, аптечка, да? Хорошо. У меня есть аптечка. Вон еще ящик. Еще хочу ящик. Так, вы нашли гранату липучка. Хорошо. Сюда, ты где? Сюда. Стоять. Тебе конец, короче. Это убью сейчас. Почему все так лагают? Где он? Враг побеждает. Куда ты делся? Стойте. Почему он так... Куда он делся? Эй. Эй, парень, ты куда пошел? Пошлите вон туда. О, вон он. Иди сюда. Все, конец. Все. Первая насмешка. Смотрите, такой же пулеметчик, как я. Но у него, видимо, пулемет получше, чем у меня. Ваш... Значит, у нас флаг тут потерял я. До конца так... Не прочитал. Нет, только не перезарядка. Эй, я же вроде аптечку использовал. Ну вы чё? Насмешка надо мной. Вы чего? Так нечестно. Давай. Чё это такое было? У меня же аптечка была. Почему я умер? Так, я вижу, еще какой-то ящик упал. Так, вижу опять этого чувака. Да, с такой дали я не попаду, я не такой точный. Но, знаете, пока что у меня получается. Он пока не может ничего сделать, у него очень мало здоровья осталось. У меня вроде как нормально еще. И кто меня убил? Меня убил вот этот. Ну ладно, убил и убил. Я, как я понял, на этой карте нету, значит, транспортных средств. Ну да ладно. Ничего страшного, у нас осталась бомба-липучка. Так. Эй! Ты чё? Я думал, это моё. Ну ладно. Так, значит, нам нужно идти захватывать флаги, да? Пока 2-2, ничья. Я иду. Так, наш. Смотрите, нет. Тут всё-таки есть транспортные средства. Усиление.
садись в тачку. Чувак, поехали. Почему машина не едет? Нет, едет, все хорошо. Куда ехать надо? Я не знаю. А, вон они, да? Так, хорошо. Сейчас поедем, подожди. Сейчас все будет. Машина что-то не едет. Сейчас. Вон он. Стреляй в него. Чуть тупой, что ли? Вот он. Давай. Бей его. Вот он сбоку был. Ты куда выпрыгнул? Ну, выпрыгнул, ладно. Давай садись. Все. А, типа я что-то сел? Ладно. Так, сейчас. Хорошо, я буду стрелять. Так, ну, на самом деле тут не так же легко стрелять. Ну, ничего. Нормально все. Разберемся. Так, куда? Где он? Ничего не понятно. Что делать? Кто стреляет? Стреляй в него. Ты куда едешь? Эй, ты врезался, парень. Непонятно вообще, что происходит, но игра мне нравится. Так. Я очень кашу. А, это наш. Ё-моё. Осталось сколько? Минут 39, да? Вообще в этой игре нужно разбираться. Привыкать к управлению и все такое. Так. Смотрите, мы победили. Ваша команда побеждает. Первый раз я на самом деле победил. Так, что такое? Открыто новое оружие. Нет, мне пока такое оружие не надо. Вернуться в меню. Выйти в главное меню. Блиц, баррикады. Бригады. Нет, я не хочу оценивать вашу игру. Значит, у меня второй уровень. Я думаю, что вам понравилась эта игра. Я надеюсь, что вы ее скачаете и поиграете. Ведь она действительно крутая. Главное, бесплатная. А с вами был Герман. Играйте в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.